Hi guys, my name is Sergio Creator Souza. I'm from Manaus, Amazonas. I live in training Rio de Janeiro, Brazil. I'm always striking, and change pound, change jab, change shook, broke my opponent. I know my opponent is very strong, very hard, very dangerous. And now, this is night. I'm ready for fight, Beslan. I'm ready for you, Beslan. Добрый вечер. Меня зовут Беслан Ушуков. Я живу в городе Грозном. Занимаюсь, а также выступаю за бойцовский клуб «Ахмат». В основном я стараюсь работать в стойке. Если оппонент лезет в борьбу, то я от борьбы не отказываюсь. Особо таких вот планов у меня нету на бой. Кто на что способен, ринг это покажет. Я постараюсь не разочаровать и показать достойный бой, иншаллах. Добро пожаловать, боец из Бразилии. Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner from Brazil, Sergio Creator Souza! Из России приветствуйте Беслан Ушуков! Yeah.
Представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Introducing first, fighting out of the blue corner. Бойцу 29 лет. Рост 183 сантиметра, вес 77,6 килограмма. 29 years old. He stands 183 centimeters tall. Official weight 77.6 kilograms. Его профессиональный рекорд 19 боев, 13 побед, 6 поражений. And his professional record 19 bouts, 13 victories and 6 losses. Обладатель черного пояса по тайскому боксу и бразильскому джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, here's Muay Thai and Brazilian Jiu-Jitsu black belt owner from Brazil. Please welcome Sergio Creator Souza! Вот его соперник в красном углу. Бойцу 24 года. Рост 185 сантиметров, вес 77,4 килограмма. Профессиональный рекорд. 7 боев, 6 побед и только одно поражение. Его стиль кикбоксинг. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат» Россия. Дамы и господа, встречайте, Беслан Ашуков! Рефери боя Ашот Ашукян. Ну, давайте начинать уже непосредственно с мейн-кардом. Сергио Соуза. Из достижений и из тех навыков, которыми он обладает, безусловно, бразильские вот эти вот истории с черным поясом по тайскому боксу. Не удивляйтесь такому титулу, как черный пояс по тайскому боксу. Бразилии очень любят систему поясов. Они сделали на ней вообще культуру своих бразильских единоборств. Вот. Это не смотрится там примерно так, как у нас там красный пояс по самбо, да? Mm-hmm. То есть это не смешно. Они реально по тайскому боксу выдают, их тоже расставят по системе поясов и выдают пояса, вплоть до черного. Ну, против... тут то, что любят. Против Беслана Ушукова 6-1. Крепкий ударник. Если не ошибаюсь, его брат Хасан уже дрался в прилимах этого турнира. Ну, а касаемо, да, касаемо самого Соуза, в принципе, за 2014 год у него единственное поражение от Беслана Исаева. Надо понимать, правда, на каком месте сейчас находится Беслан Исаев. Беслан Исаев – это один из самых наших удающихся бойцов в этой своей категории. Он в свое время побеждал даже Александра Шлеменко. Ну, и побеждал, и потом проигрывал Александру Шлеменко. Треугольником. Вот я сначала думал, что слышал. Это шутка такая, да? Да, ну всякое было. Посмотрите, кстати. Вот я часто замечал, что на каждом турнире есть какой-то свой прием. Вот на этом турнире сплошь да рядом везде гильотины. Гильотина с рукой, гильотина без руки. Вот очередная гильотина. По-моему, даже не с прохода. Не совсем понял, что там было. Бразильцы хорошо делают гильотину. Они ее делают хорошо даже с рукой. Я, например... советую своим ученикам с рукой гильотину не делать, потому что в большинстве случаев это просто отсыхание собственных рук. Заливаешься. Да, а задушить не можешь. Вот. То есть человек там себя спокойно, хорошо, комфортно чувствует, и потом, когда у вас устали руки, начинает потихонечку по вам работать. Видно, что российский спортсмен слушает свой угол. Это на самом деле очень хорошее, большое дело. Не все спортсмены умеют это делать. Ну, не всем спортсменам и нужно. Так, что придумают в этот момент креатор? Бразильский креатор? Созидатель. Ну да, прозвучу не такое. Креатор. Мне прям вспомнилось поколение Пию Пелевина. Ага. Креатор. Хорошо. Вы как моя таргет-групп. Старая шутка металлистов, что этой серии «Заруби меня топор», мы фанаты креатор. Да, оттуда да, же да. Было, да? Дмитрий. Ну, на самом деле, разведка-то прошла. Разведка прошла, есть и перевод, есть несколько хороших попаданий. И бразильцы-то уступают ударной технике, несмотря на свой, немножечко черный пояс по тайскому боксу. Почему вы смеетесь? Прекращайте. Ну, черный пояс по тайскому боксу, ну, как ты знаете, весь мир обходится без этого. Для нас этого смешно, но у них так. О, интересно. Вот здесь есть возможность... Есть возможность задушить. Нет, распустил захват, потому что там рука соперника не позволила. Видимо, есть задача переводить вниз. Вот взял корпус, есть перевод. Ага, бразилец сделал вот такой типично самбийский курок на ногу. Ну, не только самбийский. Мы знаем, что бразильцы тоже уже научились делать валячки на ноги. Вот здесь
очень хорошее положение для того, чтобы сделать футлок. Но никак не может, нельзя оставаться вот здесь снизу в этом положении. Нужно обязательно проваливать, класть на бок своего соперника. Вот сейчас положил на бок, но, по-моему... Уже вышел. Нет. Есть возможность, но никак... Видите, опять поставил наш боец его на голову. И отсюда, конечно, не получится. Надо кувыркаться. Прокувыркался. Вот здесь может быть прием, если... Поймал. Если он умеет его делать. Так, возможно, будет делать колено. Тут может быть либо колено, либо футлок. Да, берет футлок. Берет футлок. Взял Ли, растянул руки. Сейчас ему будет делать его тяжело. Футлок делается согнутыми руками, как почти любой прием. Нет, не получится. Зафиксировал ногу. Если опять кувыркнется, тогда снова выйдет. Не кувыркнется, нет. Не считайте, Маршал, что нецелевой расход сил. Тянет его. А у него особенно других-то шансов, может, и не будет. Так, колено. Нет колена, не смотрит на него колено, нет приема. Молодец, все отлично. Беслан контролирует, не дает ногу, хотя, в общем-то, отдал ее очень неприятно. Но сам прием сделать именно не дает. Дает пока только колено. Работать, отлично. Вот сейчас есть. Надо бить по нему, Вот. У бразильцев проблема еще в том, что, видите, таз вышел из-под нашего спортсмена, и, соответственно, он при кувырке не сможет приподнять чеченского спортсмена и тем самым упростить себе задачу. Ну, такие тонкости, ладно, опустим. В общем, не сделал он этот прием, я уже не верю, что он его сделает. Это очень хорошо. Сейчас я защищался, и здесь прихватывают руку Соуза, уже получив по голове довольно чувствительно, да. Закровил. Уже будет пробовать делать кимуру. Ну да, тоже не сделает, наверное. Я уж не помню, кто вот так кимуру последний раз давался. Конечно, если он разорвет захват... Не будет этого, тем более времени уже не хватит. Да, первый раунд закончился, но посмотрите, показал Соуза, что очень хорошо именно обучен. И мало того, что обучен, так еще и очень настырен в своих начинаниях. Давайте я воспользуюсь паузой. Воспользуюсь, но это за служебное положение. У меня сегодня положение мое позволяет сделать небольшой сюрприз одному очень любимому моему человеку. Друзья, пользуюсь эфиром и прошу как бы вашей тоже поддержки у моей любимой бабушки Давыдовой Раисы Васильевны. Сегодня день рождения. Я ее имел счастье сегодня уже поздравить лично. И вот пользуюсь таким моментом в эфире «Россия-2». Бабушка дорогая, я тебя очень люблю, и я очень счастлив, что ты у меня есть. Друзья, такое небольшое напоминание для всех. Наши бабушки, наши дедушки – это наше все. Самое главное, если это давно наша не семья. Видели, да, обязательно, обязательно позвоните, напишите. Вот, они всегда этого ждут. Бабуль, с днем рождения. Присоединюсь. Буду крат. Да, благодарю вас, друзья, благодарю вас, Дмитрий. Какие ожидания теперь от второго раунда? От второго раунда у меня единственное ожидание, получится ли у российского спортсмена его контрить. По факту он весь первый раунд защищался. Были атаки в голову сверху в тот момент, когда подзалипал, наверное, в позиции Соуза. То есть такие 2-3 тычка прошли в голову. Но при всем при этом это именно позиция защитная. Он весь раунд уходил от позиции, в которой, ну, из которой его пытались атаковать до окончательного приема. Ну, у Беслана не получилось его в этой... он не стал его бить в стиле Рашида Магомедова, Рафаэла Мокса, да? Вот, но это и не нужно было, потому что там действительно был велик риск отдать ногу. И тут очень здорово, что он отконтролировал в нужный момент и колено, и стопу, и самое главное свое положение, потому что у бразильца не получился прием в первую очередь именно потому, что Беслан не дал положение ему сделать. Ну, то положение, в котором делается этот прием. Вот, и второе, наверное, основное, хватило бы сил и не залился бы. Не залился бы Беслан, потому что вот данные положения я даже для профильного ударника это нецелевой абсолютно расход силы. И, естественно, если мы говорим о выносливости, здесь бразилы, ну, чем-то похожи, наверное, на американцев, то есть по выучке. То есть просто стоять немного до посинения. Ну, они похожи очень многим, в первую очередь, техникой. То есть то, что показывают бразильцы. В печень попал. Ой, красавец, ой, как попал в печень. Ох, как локоть туда ушел. Попал отлично, и мы видим, что бразильцы... Еще раз туда же, красавец, колено. Отлично, это нокаут. Прекрасный удар. Да. Отлично, отлично. Ну, пожалуй, нокаут вечера. Да. Пока что точно. Сначала вот скрывал, ударил с левой руки. Ой, потом добавил колено.
уже рука пошла вниз, но стерпел в какой-то момент, вы знаете. Соуза перетерпел, ну, так переждал, но как только локоть поднес, то сразу колено вылетело. Печень – это такой удар, который нельзя перетерпеть. Да, если болевой синдром пошел. Если ты человек, то перетерпеть печень все-таки. Бах! Ох, как здорово! Ох, какая прелесть! Просто фантастика. И вот оно. Все-таки, вы знаете, нокауты в корпус – это тот уровень мастерства, который есть, ну, у всех. Меня вот восхищают подобные штуки. Потому что, ну, мы привыкли о том, что это прежде всего удары в голову. Нельзя перекрыться толком. А это совершенно отдельная работа. Понятно, что здесь апологетом подобных выступлений у нас был Александр. И остается Александр Шлемен, потому что он по корпусу сажает страшную совершенно комбинацию. Да. Руками прежде всего. Левша. По крайней мере, стоит стойки левши. И что нога, что рука. Туда-да, выстрелили. Ну и здесь после очень такого, знаете, нервного первого раунда Беслан Ушуков выбрасывает вот два удара и выигрывает бой просто вчистую в одну калитку. Ну, а чем вот это самый красивый нокаут, именно нокаут в корпус, чем так, например, великий, почему мы все так смотрим за нашим, ну, он казахстанец, но все равно наш, господин Головкиным, боксером, он сажал в корпус даже с ударом правой. То есть селезенку. Вот, что встречается намного реже. Что да, что в принципе мне уникальная речь. Не знаю, как надо бить. Надо быть головки. Да, ну а сейчас Беслана заслуженной победой. Красавец, молодец, хорошего соперника выиграл. Очень красиво. Молодца, с победой, это красиво. Бойцовский клуб «Ахмат», Россия.